Всем привет! Объект, о котором я расскажу, это шахтный ствол глубиной чуть более 1 километра. В диаметре он составляет 9 метров. На фото можно увидеть, как грунтовые воды просачиваются и стекают вглубь на нижние горизонты. Раньше над ним возвышался металлический копер, а недалеко от него находится заброшенное здание подъемных машин. В ствол спускались люди в клети, но теперь это все уже заброшено и распилено на металл. Из труб и двутавров сделали поперечные балки, их накрыли полипропиленом и присыпали землей. Но как видите, провалы все же есть. И когда ходишь по этой конструкции, то она ощутимо прогибается.